Это тройка. Нет. Я опять это... Они повстречали гоблинов и всяческих огромных созданий. Сразу за руинами поджидал большое болото. Я не понятия не имею, что такое. Безусловно, ты бы перевел ее лучше. Наблюдает за ними с большим интересом. Вот эту хрень лучше не трогать. Какую хрень? Я понял. Вот так вот. О, это кажется улей. Вот так вот. Окей. Кажется, да. Появился на кубах, наполненный новой флаской. Закваской? Новый фласк. Оба! Я взял все. Кидай в него молнию. Идем дальше. Кидай в молнию. На чем я... Как ее уронить? Так, надо бы... Да, молот. Сойдет. Чтобы ее уронить, сойдет. Надо... Кидайте в нее молот, а я сам. Так, ладно, мне нужен молот. Черт. Скучно. Скучно. Я не играю воином. Сейчас... Подождите. Ах ты ж хрень, вы прям в меня ее кинули. Нет, я кинул ее в гоблинов. Я не гоблин. Ты хочешь сказать, что... Я пытаюсь, но нет. Я пытаюсь быть гоблином. Но. Я просто телекинетик маньяк. Меня зовут та... Я. Ну почему это бревно не может двинуть ту банку? Эй, дайте мне сказать. Бревно, двигай банку. Ух ты, тут кажется, что это кстати. Какие-то орки. Хрень мне не нравится. Остановись. Используй силу. Удержите это ведро. В смысле, бревно, я на нем сейчас поднимусь. Сейчас. Это ведро. Держи, говорю. Подними его сначала. Ну и хрен с тобой. Пойди дальше. Я хотел, чтобы вы там мина! Остались. Посмотрим, что это значит. Фаска. Подожди, я тоже еще хочу увидеть. Что? Ну нет, я умирать не хочу. Телепортируйте меня кто-нибудь. Это как? А, не знаю, мы что, не умеем телепортировать? Нет, телепортируемся только когда далеко уйдем. Что за маги такие? Сейчас ты появишься? Сейчас ты появишься? Я жду. Воу, появился? О, нет, о, нет. Загрел какую-то хрень большую. Hell no. Цел? Маски. Чёрт! Меня выкинуло прямо. Ничего, я убью его дощечкой. Да я его уже убил. Ты чё? Школьник. Ладно, сейчас мы... Если лишить сейчас его руки. Уклоняться от стрел. Ой, я летать. Давай я буду летать на доске, как Марти Макфлай. Давай. Ты знаешь Марти Макфлай? Давай, давай. Где он? Да. Сейчас подъеду. Вот, вот доска, вот, давай. Окружили. Давай, так, где она? Вот, вот она. Это биф, это биф. Ну, короче, мне конец. Да пофигу. Что ты удумал? Я хотел молотом. Еще. Ладно, фласт. Ой! Так, я... О! Самое время... Это молот, что дали. Он до сих пор же... Дощечка тьмы! Нет. Она вас не впечатлила. Где дощечка? Я еще хочу вот полетать. Вот дощечка. Давай, полетай на ней. Давай. Только разогни меня, пожалуйста. Давай дощечку. Тихо. Дощечку давай. Сколько тут фласок? Три фласки, нет, тут четыре фласки. Док, док! Нам надо вернуть назад в будущее. Нам надо вернуть альманах. Где я могу попасть? Цепляйся. Я сам учу фласок. Скажите спасибо. Поднимайся и держись. Держись. Ты можешь наверх подняться, а потом меня так поднять. Вообще-то я там уже был. Ребята, там... это... Чего, так тоже запрыгнул? Я там все собрал. Ой. Ну, черт. Так, собрал. Ладно, пошли. Держи. Ты молодец. Какой-то Морген. Вернись, контрольные точки. Пожалуйста. Как эту фигню открыть? Это ворота. Я смотрю, ей. Вперед! Не, так не получится. А думаю, получится. А ну-ка, опусти ворота. Не, надо было заступорить. Вот. Заступорить под механизм. Заступорить сверху, видишь, где механизм? Не, механизм. Молда, вот,
каменный. Каменный. Скучно. Вот здесь вот. Вот там, где ящик саду. Блин. Это в солофе делается. Застопорь, застопорь, застопорь ты. Давай вот сверху, сверху ящик, сверху прям, сам сверху ящик. Смотри над тобой. Над тобой ящик, вот. Вот. Блин, ну так ладно. Верните меня, верните меня, ну пожалуйста. 5 метров на влево. Пойди, блин. Ты можешь погромче? Сделал эти механизмы. Сейчас все сделаю. Я заступлю с этой стороны. Да его открыть сначала надо, потом ящик вставать. Как? Открыть. Как его открыть? Наш... Я одновременно. Я другой стороны. Вы молодцы, ребята. Так. Родина вас не забудет. Надо аккуратно. Вперед! Я еще успею! Это было бы в исполнении Сухова, было бы не так, в твоем стиле не. Да? Что? Родина вас не забудет. Ага, да. Коммунизм вас не забудет. Это прям как на GPS. Как... Выберите пункт назначения. Коммунизм, товарищ, такого пункта. Так, давайте, давай сюда. А, тут, кстати, труба. Сейчас. Вы выбрали неверный путь. Так, короче, я пристёгиваюсь. Вы выбрали неверный коммунизм. Не, маг, блин. Погоди, я сейчас трубу зафигачу. Деревяшку возьми. Не, деревяшку возьми, да, деревяшку возьми. Неправильно. Деревяшку сейчас надо вниз. Деревяшку возьми. Блин. Фил, возьми деревяшку. То есть, магом. Вот деревянный кубик. Цепляйся. Деревянный куб. Вот этот деревянный кубик. И поднимай вверх. Нет, чёрт. Держи. Приготовься держать, Иронимус. Вот, Иронимус, выше кубик. А, черт, да не так. Вот так. Я выше не могу, кубик. Я сам внизу стою. Слушайте, я все правильно сделал, оказывается. Я гений. Ирония. А, выше. Ладно, окей. Вот там вот. Оп! Да блин. Еще раз. Пущусь-ка я вам. Давай, раскачайся. Блин, не туда. Так, я думаю, ты сможешь прыгнуть. Не очень. Там еще, там фласка. Где еще? Висит. Вот справа. Справа. Черт. Ну кто обрушил трубу? Мне нужна труба. Опять поганую крышу. Отдайте мне трубу. Погоди, у нас есть дела, у нас еще фласка. Да нет, я трубу возьму. Нет, нам труба нужна. Я на пару. Нет! Я первый. Отдай мне трубу. Давай возьму. Отдай мне хоть какую-нибудь трубу. Дурак, что ли? Да сюда я засу. А, понял. Там есть улучшение. Ты что, нас убить хочешь? Сейчас надо как-нибудь. Блин, завернуть. Блин, вернитесь там от. Давайте кто-нибудь один будет смотреть. Во! Там фласк остался. За вас. Да блин, прекрати. А, вот, я думал, я не тем игроком играю. Во, спасибо. Фласка осталась. Все, погнали. Фласка. Ну поднимите кубик, поднимите этот чертов кубик. Последний лап для лапа. Да, последний? Да, поднимите, давайте. Вот, давай. Да, еще выше. Как мне? Так, а ты держи. Заберите вот эту фигню поднимающуюся. Подними ее. Вот этот мостик. А, черт. Давай. Приготовься на него прыгать. Да, ты раскачайся. А ты подними мостик. А, ну да, вот так вот. Оп. Во! Yeah. Там, кстати, еще одна. Забей. И знаете, что я бы сделал? Нет. Во! Погоди. Доска! Воу! Доска! Все добрально! Прям по мне! Я могу ходить по воздуху, можно сказать. Вот, я сейчас запрыгну наверх. Только не так хаотично. Что за бутерброд? Доска. Мы снимаем 46 минут. Ой-ой-ой. Просто. Надо дойти до конца уровня. Да. Бы. Давай. И... Это еще досок. Да вы сами можете. Да мне неохота. Кто-нибудь сможет зацепиться за доску, нет? Нет, за них нельзя цепляться. Ай, черт. Жалко. Ну куда нам идти? Кто знает? А знаешь, что я думаю? Смотри. Вот если я поставлю, скажем. Хотите, у меня есть. В этом нет гребаного смысла. Если я смогу ставить. Если я смогу вот так вот. Смотри. Угу. Вот так вот.
Это гениально. Погоди, надо... Ну, надо идти. Так. Вы меня задолбали. Доски умрите, пожалуйста. Наиграли, сыграйтесь. Нет. Тут больше нет труб. Ну чё ты... А, вот труба. Сади с трубой. О, давай, раскачайся. Сади с трубы, полезный. Дойти, наконец. Зачем ты потащил трубу в огонь? В этом весь смысл, чувак. В этом. Кто там убивает мобов с убитого? Я. О! Еще одна фласка. Она нужна здесь. Че ты хочешь? Я их хочу соединить, чтобы они взорвались в коллизии. Не. Не будет физики. Тут только кубики работают. Ну вот. Тут еще порталы будут. Так, кидай молот. Крыдыщ. И еще две фласки. А, нет! Ты что, все порушил? Не нахуй. Так, маджик. Маджик, маджик, маджик. Я сейчас сдохну, чувак. Маджик. Спасибо. Поставь трубу сначала на место. Тут не убирай её. Я думаю, это нам понадобится. Не убирай её! Я не убираю, я не убираю. Чуваки. Что? Может, вы сюда придадите? Чувак, ты застрял. Мы не можем, я застрял. Чувак, ты застрял. Я знаю. Извини, умри. Я пытаюсь убить тебя. Прыгай в огонь. О, я жив. Нет. Ах, да, я жив. Жив? А, нет, подошел. Такие дела. Так. Я сейчас тут пол камешек. Да пофиг вообще. Джинк, Джинк, ты там нашел? О, все отлично. Я появился прям в огне, отлично. Посмотрите на эту ласточку. Так, я придумал. Ты серьезно? Да! Я придумал умереть! Я придумал, как надо умереть. О боже, тут небось крокодилы будут. Ой. Блин, вы пропустили одну веселую видео. Кто-нибудь славит вниз. Блин, там... О боже, ладно, нет, а. Нет, пожалуйста. Не кормите ее. Нет, я умру. Ты с ума сошел? Нет, 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 нет. Нет, не умру. Я хочу скормить гребаные яблоко. Я умер. 5 миллиметров назад отойдите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, позяди. Ладно, жили. Боже. Погнали. Что? Погнали. Не, когда высовывать язык, надо прыгать на язык и дальше. Чекпоинт, на чекпоинт, ты желтый. На чекпоинт давай. Чекпоинт. А как запрыгивать на язык? А, просто запрыгивать? Пешком? Что он делает? Интересно, а ее можно докормить до степени, когда она сдохнет? Прыгаем! Идь! Ух ты ж боже, блядь! Раз, хуже. Ой, так, ой, я вниз не плаваю. Ой, физикс. Чё у тебя сколько воздух? А, у нас есть воздух. Да забейте вы на это дело. Джин. Ай. У меня тут месиво как бы. Ты умер? Нет, у меня всего лишь месиво. А я всего лишь погружаюсь в дно. Грязноводный. Тут больше ничего нет. Там две фласки. Фласки? А, мы... чё? Фласки. Фласки, саласки. Чего ты их называешь фласками? Неважно. А что стало с тем волшебником? На меня свалился мертв. Гоблин, чьих рук это дело? Может быть, Иеронимус? Даже а ты фигу. Гоблины могут быть исключений. Ай-я. Вчера Assassin's Creed Pack стоил 270 рублей за всю коллекцию игр Assassin's Creed в Steam. Дорого. Если только... учесть, что Revelation со скидкой стоил 272. Буквально один. Опа-на! Блин, какой умный гоблин припрыгивается. Давай. Я не знаю, где я. Тут какие-то, блин, оппоненты. Я не знаю, где ты, но я дальше. Так а кого ты дальше? Ты... Я в огне! Дурак. Я в коле! Ой, дурак.
На меня огнем целится! Ау, блин! Не стой в огне. Там и сказал, не стой в огне. Я чуть в аду не оказал. Ой, черт, точно, кубики так, же не держатся магически. Так, эта хрень должна оказаться на земле, там не имеет. Как там можно? Как Фил? Ау! Фил, как ты туда перешел? Да забей! Вот так вот? Куда? Yeah. Это остались навыки с Worms, Армагеддон, когда там веревка была. Так что я никак не могу выбить. Ну это да. Давайте, ой, давайте на... Можно, да. А за Ули можно цепляться, нет? За Ули можно убиваться. А за что можно цепляться? Нет! Он чуть на меня не упал. Ты что творишь? Да убери свою Ули. Я Ули. Молодец. Интересно. А если Ули в огонь положить, он... Ты хочешь его поджарить? Вот тут есть нормальная фигня. Че? Он поджарился. Ули сгорел. Можем свалить. А, хотя плевать. Вот эти кабелинки есть. Ты! Создай ящик и подталкивай ему твой пузырь влево. Ящиком. Ящиком влево пузырь, ящик влево! Не-не-не, для... Проверь от меня ящик, подай не на меня только. Чтобы я влево. Да что еще происходит? Сейчас. Кстати, у вас же доска есть. Только не. Короче, кто-нибудь встаньте на этот. На пузырь. Че я несу? На пузырь. Встаньте на пузырь. А меня раздолбало, я просто заблокирую трубу. Все. Да не разрушайте мой ящик. Ну зачем так ты прыгнул? Так, я сейчас тебя подвину. Да хватит без ящика. Что? Что ты спрыгнул? Да это у меня ящик все делает. Всю ящик. Харрамба. Хватит. Толкай. Пожалуйста, хватит. Блин, давай, давай. Ну что ты спрыгнул? Еще чуть. Надо было направо прыгать. Меня что-то с ящиками закидали. Так, сиди. Так, все, не трогай. Где меня? Пойдёте. Не трогай. Эй. Почему я ящик не ехай? Блин. Блин, ты достал. Чего творить? Давайте, короче, в этой хуй... Вы вообще чё? Вы чё? Из-за жёлтого... Ну ладно, я сваливаю, сейчас я сваливаю. Нечего больше тут делать. Нет. Я про... Против ветра! Ирония. Я здесь. Пожалуйста, оставь. Мы не взлетим. Слезь. Вы не взлетите двое. Да. Это, блин, на выбывание, чувак. Если, блин, если вы будете эти ящики делать, то мы никогда не пойдем к уровню. А нам надо его пройти. А, время идет. Понятно, понятно. А я понял, я диверсант. О, господи. Все, ой, ящик, давайте еще пройдем. Там уже. Все, да, уже. 55. Забили. Гоблины. О, ящик. Ну зачем ты разбил ящик? Я случайно. Не трогайте ящики, я тоже хочу забраться. Идиот. Как вы будете в ДД играть, я вообще не представляю. С таким-то настроем. ДД? Я даже не знаю, что это такое, по сути. А, да я тоже скачал. Ну, я ни разу не играл. Проходим. А, ну да. Иронимус. Что? Джин, ты где? Я понимаю. Ты проверили ли? Ты можешь просто создать ящиков 3 штуки? Не могу. А, ты там еще, что ли? Да. Да. Из-за вас. Оу. Вот такие. Если вы продолжите создавать ящики, то я никогда не доберусь. Я могу дать тебе трубу. А, мы не делаем ящик. Я забраться. Да, подай ему трубу. А, все, он забрал. Сразу напали гоблины. Excellent. Проходим. Типа, проходим. Не задерживаемся. Ты что творишь? Я держу со всех сил. Давайте. Как ты сделал? Что? Там. Что вообще происходит? Там есть рычаг. Какой рычаг?
Ну, сверху вот, чтобы вот так вот делать. А. Оставь пока. Ящик поставь и подержите вот эту фигню. Не, не так. Так? Это вот снизу есть рычаг. Рычаг, рычаг, вот. Какой рычаг? Рычаг, вот он, рычаг. Левее, вот, вот это вот рычаг. Давай, не, вот право, право. Джинк, вот, давай. А, это рычаг от другого, да? Окей. Ладно. Мне надо было всего лишь остаться. Как ты мог? Тебе надо было всего лишь... Я думал, что этот рычаг то же самое, что и мой. Повысь уровень, а? Вот. Я попробую сбить. Ой. Надо сейчас, короче, дернуть. Дернуть за рычаг, за тот сверху. А я собью ее. Короче, да. Дерну. А вот там вот. Туда можно и так допрыгнуть. Как? Вот так. Как его двигать? Тучка, тучка, тучка. Тучка, 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 тучка. Окей. Отлично, стали. Подлечите меня. Подлечите меня. Ироним. Как можешь больше не держать. Okay. Ты можешь вернуться и подлечить меня, нет? А, все. Кажется, мы прошли. Да, это было весело. Мы ради цветка шли. Говорящий по цветка, бери выше. Найдите мою сестру на той стороне болота, я... Ой, чёрт. Мы можем найти другой цветок? Надо найти другой цветок. Забей. Ну, пошли. Ой, 50. Ладно, чуть-чуть. Ну, пора заканчивать. У нас до часа не хватает всего лишь 50 секунд. Хватит. Но пока загружается. Не, вот пропустить. Давайте не будем нажимать. Что вся история... Окей. Зоя вообще ничего об этом. Давай, испытание. Не, подожди, нам нужно начать. Я завис. Все правильно сделал? А, нет, все отвис. Давай. Ты слишком слабый. Что? Не, надо нормальную пушку взять. С вами были три неадекватных чувака по имени Иронимус. Джинк. Джинк, да. И Фил. И Фил, да. Всем спасибо за... Всем... 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 Да, всем пока.